Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Сейчас вам хочу показать по дороге отель, мы просто его внешний вид. Мы сейчас будем смотреть Aller Luxury Apartments, а это отель Марика, вот здесь на 4-м этаже, очень хвален ресторан, он с отличным видом. До отеля Aller Luxury Apartments придется пройти. Это вторая береговая линия здесь. Лежаки, зонтики, шезлонги даются комплектом на апартаменты. Здесь они идут без питания. Вот он, отель Марика. Значит, идут без питания, но здесь весь комплект посуды есть, все-все-все, включая вилки, ложки, чашки, абсолютно все. Апартаменты очень большие, от 68 квадратных метров. Сейчас мы с вами переходим. Еще раз повторю, что это вторая береговая линия. Пляж здесь муниципальный, нет собственного пляжа. Но зонтики, лежаки и шезлонги даются на комплект. А, кстати, вот это здание, это и есть наши апартаменты. Кстати, спросили мы у принимающей стороны, люди очень довольны. Очень-очень хвалят. Сейчас заходим в эти апартаменты. Ну, это не тебе, я сказала, а ей. Посмотрите, как в центре. Круто. Очень прикольно. Вот, смотрите. Варочная панель, духовка, две раковины, мусор, принадлежности, пожалуйста, для соли, сахара, вся посуда. Холодильник. Замечательно. ЖК телевизор. Тут огромный диван. К сожалению, у нас нет света. Будет немножко темновато. Здесь есть небольшой балкон. Сейчас попробую. Ну, очень, конечно, темно, но здесь есть гладилка, утюг, огромная кровать. Так, вот вам покажу. Опять-таки, очень темно, не включили свет. Но туалет, биде, стиральная машинка, бельевая корзина. Здесь стоит бойлер. Раковина. Душевая кабина. Только фена я здесь не вижу. Вот фена, наверное, здесь и нету. Там зашли во второй апартамент. Тоже очень здорово. Он все включает, тостер. Вот. Все, пожалуйста, принадлежности. Там у нас противни, тазики. Пожалуйста, стаканы. Друзья, мы с вами посмотрели апартаменты Aller Luxury Apartments в Дюрисе. Это 4 звезды, но я вам показала номер. Номера очень хорошие, новые. Само здание очень такое красивое. Да, нет никакой территории, кроме той, что я вам показала в
в середине, да, только зелень, больше ничего. А первое время туристам кажется, что на пляже далековато. Ну, на самом деле, вторая береговая, надо пройти отель Марика и напрямую выйти к пляжу. Но очень-очень хвалят эти апартаменты именно за то, что здесь все есть в наличии. Рядом также есть магазин, супермаркет. На пляже есть кафешки, поэтому голодным вы точно не останетесь. Напомню вам, что средний чек на одного человека без морепродуктов, но с вином будет варьироваться где-то от 7 евро. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!